заглянули сюда. Сегодня я снимаю. Так, Патрик тут. Сюда, может, чуть-чуть ближе. Да, тихо, тихо. Ну, чтобы он, да, взял его там, да, посерединке. Да, вот так. Вот так. Во. Так, Патрика такого нету. Не, были Патрики, но просто что он такой плюшевый, да, мягенький. Вот тут не знаю, сама думай, как. Как ты думаешь, так и на воде. Ну, попали, попали. Ой-ой-ой, Патрик мой. Все остальные две ты пробуешь. Нет, ты играешь, играй. На кого? Вот, вот он. На кого? Это новинка. На держи, кого? Патрик. Вон, на том, вот на тот джерик. Давай. Раз мне, конечно, раз мне передали пульт. Дочь, я не знаю, как там клешня и мелкая игра. Ой, клешня, там лунка. Что скажешь? Да? Ну, попала, попала. Он просто что, круглый, да. Патрика забрали. Так, а сейчас, дочь, смотри. Не упрусь никуда. Ой, ну вот эта буква снова мешает. Нет, он так его не забросит. Я плохо брала. Ой, хорошенький. Так, приехали сюда. Здесь этот котик есть. Тигрята закопаны. Зайка. Миньон закопан. Здесь уточка Лала Фан-Фан, которая очень вот сложно ловится. Да, за голову его. Попадай, смотри со всех сторон. Да, он его подымет. За голову только бери. Угу. Большой, с глазками красивыми. Ой, упал как-то, да, нехорошо. Да. Бери кого, если плохо. Бери дельфинчика или вот этого белька. Или дельфинчика. Какого дельфинчика? Туда смотри, чтобы в лапы этому котику. Жалко, что он так просил. Ага. Недобно. Нормально, нормально. Ай, съехала. Давайте попробуешь, я тебе подскажу лучше. Или ты, я попробую. Попробуй еще раз этого, может, возьмет за голову. А тигренок, подожди, тигренка гляну. Не, тигренок там сильно зажат, сильно зажат. Честно, я не знаю, дочь, как он пойдет. Туда в конец навела, где голова? В самый конец, да? Вот там. Да. Да-да-да. Нет, не берется. Да, этого белого попробуем. Угу. Нет, не взял. Я решила еще зайку попробовать, потому что он рядом. Да, получится. Ага, получится. Смотри, как это клешня. Так. И тигр там голова. Пробуем? Или давай вот этого голубого? Давай голубого. Над ним? На себя лучше. Ну, видишь, взял. Так, он его взял. Ну, опасно было. Очень опасно. Сейчас сердце помешало. Все время на зайца плохо клешня. Все время. Потому что там голова тигра, а тут лунка. Хватай. Не хочет он, дочь. Этот аппарат что-то нам совсем ничего не хочет отдавать. Съехала. Все. Так, заехала в аппарат, который очень далеко, очень. А у тебя видно то, что там 4? Нет, не видно. Тут он 4 попытки. Какой-то старенький, древний, но он как бы хватает. Давай этого. Давай крабика. Так, крабика, дочь, как там? Ой, и тут лапка. Над крабиком. Ну, почти что, да? Я молодец, промазала. Нет, так, вот этот кто такой? Угу. Тут тоже лапка и тут чебурашка, дочь. Ой, а что она так прокрутилась? Хорошо, вроде. Ты думаешь? Да.
Я попадаю, забыла, она... Вот она крутится, хватай. Ну, так, чуть-чуть протянула. Хорошо, что последний достанешь. Так, теперь надо попасть. Так, Дюш, смотри. Вот она, он попала. Чуть-чуть. Так, это, мне кажется, Чебурашка немножко другой, или вот как этот сидит тут, как ты думаешь? Нет, другой. Такой же, да? Это ж хороший. Плохо я навела, видишь? Знаешь? И сейчас плохо. Но она куда-то крутится. А я так его хвалила. Нечего тут брать сегодня. Я его так хвалила. Мишки закопаны. Видишь, как он стал? На голову. Не, он так не возьмет его. Да, он такой же. Ну что, обманули меня. Давай вот этого большого. Кто это? Это Лунка. Там уже Лунка. Кто это? Попала, да? Кто это? Давай пробуем. Как я на этой Чебурашке так прокололась? Я думала... Хватай. Есть, иди доставай, конечно. Я на Чебурашке, я думала, это другая есть, маленькая розовая. О, это кто? Это уточка. Это какой-то покемон, это точно. Да, это держи, потому что если незнакомец, это покемон. Че, крабика попадаю? Смотри, дочь. Нет, он сполз. Ну что такое? Не хочу больше крабик. Вот хорошо лежит. Давай. Нет, ты посмотри. Сейчас берешь идеально, вот так за голову он лежит. Да, давай, сейчас берем идеально. На себя. Поставляем. Нормально. Вот ты подсказала мне идеально. Есть. Не зря боролись за нее. Все. Правильно? Ну вот он может такие подарки делать, поэтому заглянули сюда. Ну все, едем дальше. Так, кто тут сегодня? Есть фламинго, фонтан, авокадо. Сейчас попробуем фламинго. Лапка, так, до этого головастого. Ой, ну куда ж ты повернулась? За голову его хотела. А, ну вообще так. Вполне. Ну, уехал далеко. Потом зайка лежит, а я его не вижу, только хаски вижу. Ой, ну как ты так? Не хочет он зайку там. И авокадо не хочет, ничего не хочет сегодня, знаешь, в следующий раз. В следующий раз ты не хочешь ничего брать сегодня. Так, вот так прокручивается прямо в голову этого зайчика. Загрузка с самого утра. Ну, Мишка тут был. На 100 рублей попробую, больше не буду. Тут по карте не работает. Сейчас звездочку. Может, поближе получится. Потому что если она была загрузка с утра, то насильно, наверное, надо накидывать.
Ай, все, как бы бросила вниз. Думала, протянет. Ну вот так. Отшвырнула. Вперед не протянула. Ну нет, что-то пытается. Рискну еще. Рискну. Он не уезжает, конечно. Все так не хочет. Так, зайка. Новиночка. Поленница. Так хорошо положил. Так, 4 попытки. Далековато. Ай, куда ты ушла? Это новиночка, интересно, кто это. Я попала в глаз этому ризму. И вот еще гусь. Не подумали. Ну, смазала. Все, значит. Хватит. Опять в глаз. Так, попробую Деда Мороза за голову. Подтянут, да нет. Что-то пытается. Хватай. Ой-ой-ой, дедушка. Ты что? Пугаешь меня. Да не да, я знаю, конечно. Как же чтобы не достать. За хлеб только есть. Да, она прокрутилась и сползла снизу. Ай-яй-яй. Да я не попадаю. Да, да, да. Кого достать?
Ай, плохо он свалился, все. Не могу попасть. Не могу. Если бы попала бы, не... Если бы она чуть-чуть сюда была бы, то бы... Да. Она не достанется? Нет, нет. На гуся можно попробовать. Вот теперь вот это, да? Такое. Красный. Ну, гуся вот выкинет, сейчас гуся выкинет. А нет. Смотри, это все. Тяжеловато, да? Нет, надо потратить денег, чтобы он отдал. И попасть, не промазать. Видите, как он плохо лег. Ну, вот сейчас в удобном положении. Ну да, просто крутится постоянно. Не зацепляет тот бок, видите? Три щупальца, а два берет, а третий возьмет, не захватывает. Жалко, что да, не могу. Вы просто вот, вот сюда как-то... Она более... крутится, я даже нет, если на виду клешня уходит с игрушки. Видите? Она не зацепляет. Видите как? Да, еще раз попробую. Так, тут еще девушка играла вместе со мной. И не получается зацепить санту. Если кто-то, конечно, подцепит, будет обидно. Рано нажала. И судьба. Сейчас вот эту розовенькую возьму, которая под ним. Нет, и розовенькую не берет. Ну все, значит. Это же надо так повиснуть туда. Наказание какое-то. Высоту.